И сейчас легендарный момент. Я оглашу свой антитоп. 11:33. Давайте начнем с конца в этот раз. Да. Указом Михаила Белорусского повелеваю отдать 11 место в антитопе Гушану. Объясняю почему. Вот вы знаете, блядь, кто это? Кто это? А находится в топе. За какие такие заслуги? Почему сынён на 38-м месте, а какой-то Гушану непонятный? Кто ты? Кто это? Белый Минцо, который был в команде Дежавю только что. Да простит меня мой брат, но просто я не скажу, что я испытываю ненависть. Просто, ну, не нравится мне этот человек. Морду бить не буду, просто не нравится. Далее. Ты сын. Не помню его фамилию, но сегодня я просто его увидел и решил, что мне не нравится. Бывают такие люди, бывают, на которых посмотришь и нахуй бесит они тебя, хочешь им выстрелить в голову. Узнаете, знакомая история, да? Сыну, бля, как его зовут-то? Сону из Дона Ивана. То же самое, туда же. Ну, у меня хейт побольше. У меня все побольше. Так, далее. 8-е место. Гунмин. Ну, просто не нравится. Просто не нравится. Далее. 6-е и 7-е место. Соответственно. Подождите. Ну да, можно и так. 6-е место. Кан Хёнсу. Это у каждого батя визитки раздавал на улице. Визитки раздавал. Он так похож на Бензичана. Этим он меня и бесит. Я их перепутал. Сегодня пишу, короче, в беседу бродюсовских котяток. Типа, кто это был-то? Я думал, что это вот этот вот парень. Потому что вроде смотрю Бёнчан, а вроде не Бёнчан. Оказалось, что мой товарищ из беседы искал вот этого Хёнсу. А мне Бёнчан и нужен был, это он и был. Я только говорю, что за парень в красной толстовке на Бёнчана похож, а это он и был-то, блядь. Вот надо же таких похожих людей поместить в одну команду. Даже в КВН такого не бывает. Далее, 7-е место. Тимоти. Ну, просто не нравится. В данном антитопе, ну, вот где-то до 5-го места, с 6-го по 11-е, я не испытываю людям такого сильного хейта. Вот с 1-го по 5-е, это просто умри и ложись под кулак. 5-е место. Вонхёк. За что вы его любите? Баба бабой. Одна сантина у нас есть. Больше не надо. Далее. 4-е место. Кан. Дон. Долбин, блин. Я не скажу, типа, зачем вы за него голосуете, два ласа, дела, 3 рубля, тахля, релокс. Просто, ну, не нравится. Ушастый, глупый, мамулент из его агентства. В чем не аргумент? Далее. Начинается интересное. Топ
антитопа, мишки белорусского. Подождите, антитоп 3. Сам заговорился. Ли Мида. Сеху, Вапшон. Как вот эти имена все правильно произносить? Хуй знает. Ли Мида. Ой, нахуй, бесит его рожа. Он вообще пришел на пробью. Но это еще не крайняя степень повинности. Далее. Второе место. Ким Носок. Или, как известен по своему прозвищу, Кувшин. Я уже говорил, зачем ты родился? Зачем ты вообще пришел в этот мир? Носок, блядь, ебаный. Чудовище. Я его ненавижу больше Сабина. Вы поняли. Отобрал первое место у Чо Сыньона. Сыньон какой-то жопе теперь. На каком месте? Непонятно. Рейтинги не объявляют. Ничего не ясно. Носок, блядь. Даже на Рождество тебе нельзя, чтобы в подарки тебе положить. И первое место. Заждались, верно? Первое место. Честно смогу сказать, я не смог определиться, кому же отдать первое место. И на первом месте у нас, как всегда, два человека. Ребята держатся в топе. В антитопе. В любых антитопах эти люди первые. Короче, Мингух. Ким Мингю и Ким Йохан. Послушайте, что могу сказать. Ребята стабильно держат свои места. Вообще заебись, Мингю даже на первое поднялся в моем антитопе. Могу сказать, мальчик, что это самое почетное место для тебя во всей твоей жизни будет. Было, есть и будет. Выше тебе не забраться. Фу! Чудовище! Вы, кстати, заметили, он на Бабу Ягу похож был в сегодняшнем эпизоде. Такой вот у меня антитоп 11. Пишите в комментариях свой антитоп. И делитесь своими мыслями. Согласны ли вы с моим антитопом? И напоминаю, что это лишь мое мнение. Окей, да. Ким Мингу, блядь, сказал.